В минувшее воскресенье, ранним утром выходного дня, производственная необходимость все же погнала людей в промзону в Екатеринбурге прямо напротив завода имени Калинина через проспект Космонавтов. Здесь, между улицами Артинской и Турбинной, штук 15 зданий имеет цифру 15 в адресе. Так вот, горело самое большое из них – цех по проспекту Космонавтов, дом 15, литера П1, на крыше которого зачем-то написано «Пневмамаш». Вызов отсюда поступил без 27 утра. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Горели бытовые помещения. Борьба с огнем осложнялась сильным задымлением и низкой температурой воздуха. Для координации действия сил и средств на месте пожара был создан оперативный штаб. Пожарные рванули по повышенному второму номеру. Пришлось привлекать ГИБДД для того, чтобы перекрыть движение по Артинской улице. Всего прибыло 17 спецмашин при 53 бойцах. По прибытии выяснилось, что внутри производственного цеха горят бытовые помещения. Через полтора часа после получения вызова огонь был локализован. Еще через 15 минут в половине 9 утра поступил доклад о ликвидации открытого горения. На пожар было подано 5 ручных стволов, работало 9 звеньев газодымозащитной службы. Сложность тушений заключалась в удаленных водоисточниках, а также в сложной планировке здания данного. Пострадавших и уж тем более погибших в результате пожара нет. Без 20:10 воскресного утра после окончания проливки пожарной тревоги был дан полный отбой.